На Украине уточнили данные о потерях Сватово. Это город в подконтрольной силовикам части Луганской области, где со вчерашнего вечера полыхает склад боеприпасов. Как сообщили в МВД, погибли 2 человека, пострадавших 8. Это уже сведения Генштаба. Ситуацию на территории арсенала удалось взять под контроль всего несколько часов назад. Огонь смогли локализовать, когда перестали детонировать боеприпасы. Свыше 3000 тонн снарядов для града, смерчи и урагана. К ликвидации последствий привлечены пожарные, спасатели и саперы. Уже очевидно, что и объем восстановительных работ тоже будет велик. Во всем городе нет света, перебит газопровод, повреждения той или иной степени получили десятки жилых многоэтажек. Вот так сейчас выглядят окрестности самого склада. Это фотографии украинских журналистов, которым удалось попасть на место. К слову, въезд в населенный пункт сейчас ограничен. Стоит милицейское оцепление, как объяснили, чтобы предотвратить мародерство. По данным ГСЧС, в зоне поражения проживала 1/4 всего населения Сватово. Все эти люди эвакуированы, причем большинство выбирались самостоятельно. Добавлю, МЧС России уже направила украинским спасателям предложение оказать помощь в ликвидации пожара и последствий.